Слава Украине и слава ЗСУ! В Одессе 29 сентября, 218-й день полномасштабного нападения цикливой нацистской России и предательской Беларуси. Сегодня первые сутки за последние уже суток 5, когда россияне не обстреливают Одессу и Одесскую область. Напомню, что последние 2 дня все ракеты и беспилотники удавалось сбить. И думаю, россияне поняли, что у них тут никаких шансов нет. Так еще вчера США выделили новый пакет военной помощи, куда входят системы борьбы с беспилотниками. Так что удачи россиянам. Иранские мопеды скоро все. Ну и американцы еще выделили 18 хаймерсов, так сказать, в честь мобилизации на России. Соседний город-герой Николаев россияне продолжают обстреливать каждый день с редкими перерывами. И вот вчера опять был нанесен ракетный удар по Николаеву. Попало рядом с музеем, там рядышком есть больница и завод. Ну а попало тупо в дорогу. Как уже стало понятно, россияне пытаются попасть там в один квартал, и все мимо. Это все происходит на протяжении последних дней 4. Все мимо, то в парк, то в дорогу. Понятное дело, что у россиян нету точного оружия, вот они и попросили мопеды у иранцев. Где-то около месяца назад, насколько помните, в Кривом Роге россияне перебили дамбу, поднялся уровень воды в реке Ингулец, то доставило некоторых хлопот нашему наступлению на Херсонском направлении. Так вот, уровень воды, судя по спутниковым снимкам, начал снижаться. Ну и россиянам приготовиться становиться хорошими россиянами. Херсонское направление — это для россиян чистилище. Кто туда попадает, уже не возвращается.